Рахмет, Лаура. Құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі облыстар мен республикалық маңыз бар қалалар әкімдерінің қатысуымен өтетін баспасөз конференциялар тізбегін бастайды. Бұл онлайн кездесулер өңірлердегі коронавирустық инфекция бойынша ағымдағы жағдай мәселесіне арналатын болады. Тақырыптық баспасөз конференцияның бүгінгі қонағы Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев. Бақытжан Әбдірұлы, қайырлы күн, сіз эфирдесіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, рахмет. На бүгінгі кездесуімізді бастамас бұрын, мен алдыменен баршаңызды бүгінгі еліміздегі үлкен мереке Астанамыздың туған күнменен және де Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүгінгі туған күнмен құттықтағым келеді. Енді мына өздеріңізбенен Алматыдан байланысқа шығып отырмыз. Негізгі мәселенің бәрі бүгінгі күнгі эпидемиялық жағдайға байланысты, қандай іс-шаралар атқарылып жатыр, жағдай қандай Алматы қаласында болып жатырған солар төңірегінде біраз өздеріңізге ақпарат берейін. Бүгінгі күні екі күннен бері мына Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мемлекетіміздің басшысы тапсырмасы бойынша енгізілген еліміздегі екі апталық шектеулер байланысты, шараларына байланысты екі күннен бері жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазір мониторинг бойынша қарап отырғанымыздай, алматылықтар бұл шараларды түсіністікпен қабылдап, қолдап отыр. Енді осы мемлекеттік комиссияның шешіміне байланысты біраз кәсіпорындар жұмысын тоқтатты, оның ішінде көбісі осы шағын және орта бизнеске байланысты. Алып келгенде жалпы 680 мыңға дейін жұмыс орнының тоқтатылып, алдағы уақытта екі аптада осы бағытта жұмыс жүргізетін болады. Енді осы жағдайға байланысты жалпы жоспар қабылданған, осы жоспар бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Олардың атқарылу жөнінен жалпы мониторинг жүргізілуде. Егер де енді осы эпидемиялық жағдайға келетін болсақ, онда қазір өздеріңізді ақпарат бетінен көріп отырғандарыңыздай жағдай жалпы бақылауда, бірақ күрделі. Бүгінгі күнгі қарайтын болсақ, онда біздіңгі 6202 жағдай тіркелген. Жалпы күндік өсімі 1.1% құрап отыр. Негізінен основное количество зараженных приходится на трудоспособное население, это 82%, что в свою очередь связано с послаблением карантинных мер. Жалпы осы алты слайд кетіп қалды ғой, да? Слайдты қайтаруға бола ма екен? Жалпы мағлұмат беріп отырғанға. Режиссерларды слайд шығаруды өтінеміз. Жарайды, артынан шыға жатар. Енді бүгінгі күнде 1772 адам бізде осы инфекциялық стационарларда жатыр. 2485 у нас всего выздоровевших, 26, к сожалению, умерших. На сегодня, на 6 новых случаев у нас 113, в реанимации находится 64. Если мы посмотрим на степень тяжести, то можно вот такую динамику увидеть. 24 в крайне тяжелом состоянии, 349 в тяжелом, 1264 в средней степени тяжести, 135 в удовлетворительном состоянии. По койко-местам, если будем говорить, то у нас сегодня задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 мест. Если сравнивать с тем, что было у нас в самом начале, то вот рост составляет 9 раз. Хотел бы сказать, что буквально
Завтра также у нас, помимо 19 стационаров, завтра у нас открывается еще одна клиника, включается в виде стационара на 150 мест. Это центр психического здоровья. До конца недели на базе научного центра урологии будет открыто еще 150 мест. И как ранее мы уже информировали через средства массовой информации, на базе Халык-Арена будет развернута также у нас стационар. Первые 200 коек также мы запустим до конца этой недели. Итого у нас до конца недели будет развернуто дополнительно 50 мест. Ежедневно в инфекционные стационары у нас госпитализируется порядка 100 пациентов. Загруженность составляет на сегодня 85%. Задача стоит до 1 сентября довести количество койко-мест и как в инфекционных, так и провизорных стационарах до 6000 коек. Таким образом, поручение главы государства о повышении доступности помощи будет выполнено. Какие меры нами сегодня принимаются? На амбулаторном уровне развернуты у нас виртуальные инфекционные больницы. Начал работу центр мониторинга пациентов для наблюдения и коррекции лечения нуждающихся пациентов с COVID-19. То есть ситуационный центр работает в режиме 24/7, что позволяет нам держать на контроле тяжелых пациентов, особенно пожилых. Также мы запустили работу центра поддержки психического благополучия и оказания психологической помощи. Сегодня задействовано более 50 наших специалистов систем здравоохранения и образования. Усиливаем работу мобильных бригад на уровне первичной санитарной медицинской помощи. На сегодня их количество составляет 72. В состав мобильных групп входят заведующие отделениями, врачи, инфекционисты, эпидемиологи, участковые врачи и также медицинские сестры. Всего задействовано 297 сотрудников ПМСБ. Работает единый колл-центр. Касательно КТ, на сегодня для диагностики коронавирусной инфекции в городе задействовано 28 аппаратов КТ. Помимо этого, есть 70 цифровых рентген-установок, которые также доступны для населения. Касательно ИВЛ, на сегодня задействовано 25 аппаратов, в резерве находится 30, в ближайшее время поступит 70, уже аванс проплачен, ожидаем. На сегодня мы не видим в целом дефицита или нехватки по аппаратам ИВЛ. В целом по городу имеется, вот, как видите на слайде, почти 600 единиц распределения по медицинским организациям. Также вы видите, то есть работа по обеспечению всех наших медицинских организаций необходимым оборудованием полностью продолжается. По лекарственному обеспечению все медицинские организации в полном объеме обеспечены лекарственными изделиями, а также средствами индивидуальной защиты. Касательно обеспечения населения лекарственными изделиями, да, у нас на прошлой неделе наблюдался острый дефицит. Мы считаем, что на сегодня мы сбили данный ажиотаж, подписали соответствующее соглашение с фармкомпаниями.
мы определили список из 105 аптек, крупных аптек по городу. Их у нас почти 900, куда будут поставляться целенаправленно, централизованно основные виды лекарств, которые сегодня остро нуждаются, которых остро нуждается население. Также данным соглашением была предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более 3 единиц одного наименования в одни руки. Вот на 5 июля по городу, в аптеке, вот, которые были определены по 105 аптекам, отгружено 115 тысяч парацетамола, 30 тысяч термометров, 20 тысяч ибупрофена, 35 тысяч ингавирина и других лекарств. Сегодня с утра идет отгрузка 150 тысяч парацетамола и 50 тысяч термометров. Также мы ожидаем 8 июля дополнительная поставка парацетамола в объеме 80 тысяч и 12 июля 850 тысяч. В целях контроля цен создана мониторинговая группа, которая ежедневно проводит мониторинг цен на лекарства в определенных 105 аптеках города. Также правоохранительные органы проводят проверку по всем объявлениям, которые сегодня в интернете мы видим, о том, что там продается парацетамол или другие виды лекарств. Уже со вчерашнего дня 3 факта по городу выявлены. Соответствующие меры будут по закону приняты для таких перекупщиков. Они в основном частные лица. Эта работа будет жестко дальше продолжаться. Проводится цифровое администрирование всех трафика перемещений горожан. Также проводится социальный мониторинг и проведение работ подготовки ко второй волне эпидемии. Что касается тестирования, все лаборатории, которые есть в городе, они задействованы. Также произошел дней 10 назад определенный сбой, связанный с тем, что закончились необходимые реагенты у частных лабораторий, которые работали в нашем городе, в связи с тем, что был очень большой наплыв со стороны населения на платной основе. А также лаборатория, филиал Национального центра экспертизы, там порядка 30 сотрудников данной лаборатории также заболели и пришлось приостановить работу. Сейчас работа в полном объеме восстановлена. Работает большая лаборатория, вот филиал Национального центра экспертизы, модульная лаборатория, которую мы от фонда Утимуратова получили на баланс управления здравоохранения города. Две частные лаборатории работают, ну и небольшие лаборатории, филиалы наших республиканских центров. Буквально завтра будет задействована еще одна частная лаборатория на базе, на территории БСНП, больницы скорой помощи. И в ближайшее время также ожидаем на базе одной из частных наших клиник дополнительное открытие еще одной частной лаборатории. И мы доведем уровень тестирования населения до тех задач, которые были поставлены нами. На сегодня более 245 тысяч тестов ПЦР были проведены. С учетом экспресс-тестирования эта цифра доходит почти до 300 тысяч. Достаточное количество расходников по исследованиям на сегодня имеются. Для дальнейшей работы своей мы определили 15 определенное количество направлений, шаги по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это, конечно, синхронизация наших карантинных режимов на уровне макрорегиона, то есть алматинской агломерации. Это Алматы, Алматинская область, так как данная агломерация, как вы знаете, является единым хозяйственным организмом.
Здесь плотная работа с руководством Алматинской области проводится, и здесь мы сейчас думаем над тем, как подготовить общий подход в пригородах, о единых нормах безопасности, а также о общей системе контроля и управления. Также будем проводить работу по сегментации территории по уровню вирусной опасности, то есть будет применяться точный подход в блокировании и разблокировании очагов заражения. Карантинные протоколы для бизнеса мы с Атамекеном, с филиалом по городу Алматы отработали, и вот пока двухнедельные ограничительные меры будут существовать, по каждому направлению будем готовить протоколы для бизнеса. Здесь в основном это внедрение противовирусного режима на всех предприятиях, которые будут открываться после ограничительных мер. Работа, безусловно, по мобилизации медицинского персонала. На сегодня почти 700 медработников различной сферы и категории мобилизованы. По мере необходимости они будут задействованы в нашей работе. Также мобилизация всех ресурсов коечного фонда и эшелонирование организации медпомощи населения, разный уровень эшелонной защиты горожан. Эти вопросы все отрабатываются вместе с управлением здравоохранения и городской санэпидслужбой. В принципе, вкратце, вот вопросы, которые хотел бы озвучить, и если будут со стороны коллег какие-то уточняющие моменты, готов на них ответить. Спасибо за доклад, Бахчан Андреевич. Да, действительно, от представителей средств массовой информации поступают немало вопросов, в частности, вопрос от New Times. Почему места в инфекционных стационарах не готовили заранее? Разве не было расчетов и анализа развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции? Ну, я не могу согласиться с тем, что там заранее не готовились. Вот когда режим ЧП начинался, у нас всего было в запасе 300 коек, это на базе двух инфекционных больниц, клиник города мы начинали. И задачу тогда мы ставили довести до 700, ну, тогдашний прогноз так показывал. И уже где-то на момент выхода из режима ЧП мы имели порядка 1300 койко-мест. То есть мы с запасом это готовили, и до момента, вот начиная, когда у нас сильная вспышка пошла, уже начиная там после 12-го, после 15-го, мы имели достаточное количество. И сегодня мы считаем, что вот в обороте у нас достаточное количество коек, и когда каждое утро сводку мы принимаем, мы видим, что у нас есть на каждый день свободные койки. Но тем не менее, идет наплыв и идет работа по подготовке дополнительных койко-мест, о чем я раньше говорил. Но в то же время мы не можем в полном объеме делать нагрузку на всю коечную инфраструктуру города, так как есть и другие направления заболеваемости. Поэтому, исходя из этого, и протоколы, которые принимаются Министерством здравоохранения, и те меры, которые принимаются городом, они как раз-таки направлены на тем, чтобы проходил управляемый процесс. Здесь вот мы Халык-арена потихоньку запускаем, о чем я тоже вначале говорил. Вначале вопросы возникали, почему такая спортивная арена, ну, очень подготовленная спортивная арена, имеет все необходимые стандарты по вентиляции. Мы сейчас отработали полностью по обеспечению доступа к кислороду. Будет своя реанимация. Данный стационар будет обеспечен полным количеством, необходимым объеме медицинским оборудованием. И уже количество бригад заготовлено. То есть, если мы будем распыляться по разным местам, то нам также и медперсонала нам не хватит. Поэтому в одном месте, вот до 1000 мест, если мы доведем вот, по Халык-арене, уже
И как я говорил, до конца этой недели 200 коек уже запустится. Считаю, что вот план, который, задача, которая стоит перед нами, мы выдержим, выполним. Ну, Башан Вирж, здесь вы уже упомянули о спортивных объектах, в том числе Халгарена и так далее. Вот вопрос такой. Как будет обеспечена безопасность занимающихся там именно детей? Дети не будут заниматься, Халк-арена полностью закрывается, поэтому, к сожалению, вот такое решение принято. Там, конечно, там дети хотели бы там позаниматься, различные, там много кружков секций, но Халк-арена будет полностью закрыта под стационар. Поэтому мы поговорили и с тренерами, которые там работают, но и с родителями, дети, которые туда ходят, все с пониманием относятся, в принципе, вот таким образом. Спасибо за ответ. Кастудей задает вопрос. Почему затягиваются сроки проведения анализов умерших людей, а родственники по несколько дней не могут похоронить умерших без справок? Тоже мы через это прошли. Изначально протокол гласил таким образом, что все трупы должны иметь справку на коронер. То есть при вскрытии мы должны брать мазок и ждать, пока придет анализ по КВИ. Поэтому получился где-то в 20-х числах такая задержка по выдаче тел умерших родственникам. Сейчас протокол изменен, задержек нет, день получает. Возможно, вот сегодня какой-то вопрос может быть возникнуть, потому что некоторые сотрудники Патологоанатомического бюро также завалили, и вот сейчас перестройка идет очень быстро, оперативно сейчас мы других сотрудников ставим. Но на сегодня уже эта проблема решена, и задержек нет. Вопрос от информагентства «Закон КИЗ». Почему аптекам позволяют бесконтрольно продавать антибиотики без рецептов и даже без онлайн-рекомендаций участковых или терапевтов? Как эту ситуацию намерены в нормальное русло вернуть? Я считаю, что это неправильно, когда без рецепта антибиотики отпускаются. Для этого у нас есть соответствующий комитет контроля фармдеятельности. Сотрудники данного комитета ведут жесткий контроль. Но если какие-то факты выявляются, ну, будут приниматься жесткие меры в отношении таких аптек или сотрудников, или которые там допускают такие нарушения законодательства. Информбюро задает вопрос, почему больных ковидом не принимают и гоняют по поликлиникам? Ну, если вы посмотрите, да, мы же вот сейчас даже общая статистика, когда вначале было там симптомные, бессимптомно делили, а потом сейчас объединили. То есть о чем это говорит, что наши пациенты, наши граждане, которые заболели, но бессимптомные, или в легкой форме, которой протекает болезнь, они все направляются на домашнее лечение, то есть находятся на домашнем карантине. Остальные, у кого там повышенная температура в течение 3 дней за 38 градусов, ярко выраженные формы уже заболевания мы видим, да, и люди старше 65 лет, а также те, которые имеют сложные формы других видов заболевания, они в первую очередь направляются на инфекционные стационары. Но также работают у нас и провизорные клиники. Туда тоже люди направляются, оттуда, если какие-то осложнения, или после подтверждения на исследования по тестированию на КВИ, они также переводятся на инфекционные клиники. Поэтому надо с пониманием к этому относиться. То есть есть часть категорий до такого-то уровня, до средней степени тяжести, которые могут находиться дома, и они должны лечиться дома. Инфраструктура просто всех подряд у нас не выдержит. Спасибо за ответ. Информагентство Total. Как идет тестирование на коронавирусную инфекцию? Много вопросов было по их доступности. Я вот говорил, что более 245 тысяч всего исследования проведено, и помимо государственных включены также вот частные виды
частной лаборатории, которая нам очень сильно сейчас помогает. В основном госзаказ мы размещаем на государственных лабораториях, в основном это Национальный центр экспертизы, а также вот модульная лаборатория, которая сейчас находится в ведении нашего Горздрава. Остальные лаборатории оказывают в частном порядке услуги населению. И Олимп, и Корейско-Казахстанская совместная лаборатория в большом объеме сейчас проводит тестирование. Что касается, кто попадает вот по заказу, люди, которые, ну, пациенты, которые уже на выходе со стационара, там уже последний надо перепроверить и подтвердить, что у них результат отрицательный, люди старшего возраста и те, которые переходят во время, мы видим, что ярко выражены симптомы, вот они проходят, и вот таким образом идет у нас распределение лаборатории по категориям людей. Тамша задает такой вопрос. С чем связана приостановка плановой и профилактической работы организации первичной медико-санитарной помощи? Ну, я не могу сказать, что мы приостановили или вообще там закрылись. Сейчас вся эта работа ведется дистанционная, и глава государства на совещании, когда проводили госкомиссию, он тоже говорил о телемедицине. Поэтому эта работа проводится, как я выше говорил, и ситуационный центр работает, и мониторинговая группа постоянно следит, и как за состоянием тех, которые у нас находятся на мониторинге, на контроле. Но и в целом можно через вот телемедицину, через использование цифровой технологии продолжать работу по обращению к своему участковому, терапевтам, другим нашим докторам и получать или консультацию, или рекомендации по лечению той или иной болезни. Жауабыңызға рахмет. Бүгінгі таңда мейрамханалар, кафе және дүкендер иелерінің на карантиндік шараларын сақтау бойынша қандай бақылау шаралары жүргізілуде? Өкінішке орай, қаншама айтылып көрсетіліп жатырса да, біздің бизнестің тарапынан барлығы деп айтуға болмайды. Біраз өкілдердің тарапынан осындай бұзушылыққа жол беріліп жатыр. Қазір осы мобильдік группалар күнделікті шығып тексеріп қарап жүр. Бұл жерде біз тойлардың да өтіп жатқанын көріп жатырмыз. Қайтыс болған кісілерге үлкен ас беріп жатқанды көріп жатырмыз. Көптеген осындай шаралар болып жатыр. Қазір тексерулердің барлығы осы уақыттың ішінде тексеріп өткеніміз. 7000-дай кәсіпорынды тексеруден өткіздік. Негізінен түсінішілікпен қарап, қазір кейбір басым көпшілігі өздерінің еріктерімен жұмыстарын тоқтатып кешірім сұрап жатыр. Бірақ бұл жұмыс ары қарай жалғасын тауып отыр, күнделікті жүргізіп отырмыз. Информбюро. Официанты в уличных кафе носят маски на подбородке и игнорируют замечания, ссылаясь на то, что им трудно дышать. Перчатки тоже не носят. Почему это не контролируется и куда можно жаловаться по этому поводу? Одномоментно, конечно, там по всем кафе, ресторанам поставить контролеров невозможно. В первую очередь, наверное, это ответственность руководителей этого бизнеса, там, кафе, ресторанов, хозяев. И, в вторую очередь, не менее важная ответственность самих работников этой структуры, так как они подвергают и себя, и других посетителей, клиентов к опасности заражения вирусом. В рамках мониторинга, если такие факты подтверждаются, мы сразу реагируем. А так можно обратиться в колл-центре нашей. Очень большое количество звонков мы ежедневно получаем. А также телефоны всех работников, наших сотрудников имеются вот на наших сайтах опубликованы. Можно позвонить и сказать, что если какие-то факты были обнаружены, мы отреагируем очень оперативно.
Закон кейзет. Егерде шектеу шараларын тағы да ек аптаға ұзартатын болса, және ел азаматтарында қаражат мәселесі туындайтын болса, қосымша жұмысқа қалай тұруға болады, және бұндай органдар бар ма? Қайда жүгінуге болады? Қазір мына жұмыспен қамту орталықтары көп жұмыстарды атқарып жатыр. Барлық аудандарда негізінен өзінің бөлімшелерін ашып, бір жерге жинамай, біз қазір аудан-аудан бойынша бөліп қойдық. Осы орталықтың шеңберінде қазір мысалы қоғамдық жұмысқа тұруға болады, 85 мың айлығы бар. Жастар практикасына жұмысқа тұруға болады, 69 мың алады. Және де барлық қалада бар, мысалы қазіргі болып отырған еңбекпен қамтамасыз етудің жол картасына байланысты бізде 26 мың жұмыс орны ашылып жатыр. Осының бәріне біз осы жұмыс орталығы арқылы жұмыс қалып жатырмыз. Яғни мысалы жаңағы қоғамдық жұмыспен айналысының өзі айлығы 85 мың болатын болса, ол жай былай 42.500-ден алғандан екі есе артық. Сол себептен әрі еңбектеніп, өзінің еңбек ақысын алып, екесе көп әрі жұмыста, әрі жұмыс айлығын алып отыр. Сол себептен осы бағытта жұмыста жасауға болады. Олардың бәрі қазір біз жоғарыда айтқандай барлық аудандарда орталықтарын ашып, халықпен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Вопрос от Open Алматы. Можно ли работать небольшому салону красоты с соблюдением всех санитарных норм? Нельзя. Так как идет прямой контакт мастер и клиент, и опасно. Нельзя этого делать. Ну и в продолжение вопроса, вопрос из социальных сетей. Зачем наказывать штрафами и усложнять жизнь бизнесу, который и так еле держится на плаву? Но никто же не собирается каким-то образом, чтобы это наказывать, штрафовать, чтобы бизнесу было плохо. Ну, почему получаются там штрафы? Ну, сам бизнес нарушает. Можно понять, что сегодня тяжело, хотя там, как бы это ни было, все равно продолжать работу, зарабатывать, платить заработную плату и так далее. Но надо очень ответственно подходить к этой работе. Если не хотите, чтобы вас штрафовали, тогда не надо нарушать. И если запрещено этот вид деятельности во время ограничительных мер, на сегодня, например, значит нельзя работать. Нельзя подвергать опасности жизнь своих сотрудников и клиентов, которые ходят в тот или иной заведение. Пусть это будет магазин или там, кафе, ресторан и так далее, салоны красоты. Спасибо за ответ, Кастудей. В Алматы продолжаются проверки на объектах малого и среднего бизнеса. Их цель – соблюдение санитарных норм. Какие нарушения чаще всего допускают предприниматели? Сколько объектов малого и среднего бизнеса было закрыто? И с учетом роста заболеваемости, будут ли введены дополнительные ограничительные меры? В первую очередь, общие рекомендуемые меры для всех. Мы всем говорим о том, что, ну, понятно, масочный режим, дистанция, социальная дистанция между работниками, столы, чтобы там на определенной дистанции были, санитайзеры, коврики при входе, если большое предприятие, это дезинфицирующие тоннели и так далее. То есть только вот такие простые вещи, простые меры, которые необходимо сегодня соблюдать. К сожалению, очень много предприятий так халатно к этому относится, и приходится реагировать на такие случаи. Сегодня более 700 предприятий наказаны, работа продолжается. Василий Андреевич, на данный момент это все вопросы, которые поступили от представителей средств массовой информации. Если есть какое-то дополнение или заключение, мы готовы выслушать, пожалуйста. В принципе, еще раз хочу сказать, что там ситуация, она непростая, но она контролируемая. Поэтому мы двигаемся в рамках всех тех планов, которые сегодня у нас имеются. Все службы города задействованы. Работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения, со всеми правительственными структурами. И я думаю, что мы преодолеем эту трудную ситуацию. И мы победим.
Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, байланысқа шығып, ел халқына толыққанды ақпарат берген үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Эфирді Хабар 24 телеарнасының әріптестерім жалғастырады. Лаура, сөз кезегі өзіңізде.